В Архангельске возбуждено уголовное дело на начальника водопроводной сети водоканала Анатолия Ермолина. По версии следствия, он не следил за тем, как подчиненные ему сотрудники выполняют свою работу. В результате 21 января этого года погибла 9-летняя школьница, провалившись в открытый колодец. Ранее по этому факту был осужден мастер Соломбальского участка Николай Морозов. О том, что крышки на злополучном люке не было, он просто не знал. Суд назначил ему условный срок 1 год и 8 месяцев. Сегодня Северный Арктический федеральный университет отметит Международный день толерантности. В мероприятии примут участие студенты САФУ и СГМУ, представляющие Туркменистан, Индонезию, Нигерию, Азербайджан, Индию, Узбекистан, Непал, Китай, Сирию, Перу и, конечно, Россию. Гости праздника смогут ознакомиться с культурой различных стран, примерить национальную одежду, продегустировать самые разнообразные блюда мира. Все начнется в стенах научной библиотеки САФУ в 17 часов. Сегодня Архангельский водник проведет свой первый домашний матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Соперником желто-зеленых станет казанская «Динамо». В активе у гостей из Татарстана два проведенных матча. Один проигрыш, одна ничья. У поморской дружины два проигрыша и две победы, что на 5 очков больше, чем у команды из Казани. Начало матча на стадионе «Труд» в 19 часов. Болеем за водник! Сегодня с 9 до 11 часов работает телефон здоровья, посвященный Международному дню отказа от курения. На вопросы северян ответят специалисты Архангельского клинического противотуберкулезного диспансера. Как побороть пагубную привычку и сохранить здоровье? Чем опасно пассивное курение? Ответы на эти вопросы по телефону здоровья 21 30 36. Сегодня в Архангельске облачная, с прояснениями погода. На дорогах гололедица. Будьте внимательны. Температура воздуха днем от минус 4 до минус 5 градусов. Тип погоды второй, благоприятный. Всего вам доброго и помните, каждый час на канале ПС программа «Сейчас в регионе».